Это Натали Вайнцирль. 17 лет этой фигуристке. Ее первый чемпионат Европы. Очень мало что про нее известно. Вот единственное, что я обнаружил, это ее личный рекорд в короткой программе. Всего-навсего 29,88. Многое, конечно, зависело от акселя, исполнения акселя, но двойной аксель у нее превратился в одинарный. А до этого все было очень даже неплохо. Каскад, тройной Ридбергер, двойной тулуп. Тройной тулуп она также исполнила, и вот на акселе споткнулась.